Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Вместо крови – ртуть. Вместо мозгов – бензин. Эй! Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, это канал Александр Твит Исполнение. Вместе с Мидплеем продолжаем играть в Need for Speed Underground 2! Underground 2! У нас тут, как обычно, как всегда! Тачку мы с вами, друзья, просто по полной программе в прошлой серии, друзья, сделали. Просто конкретно ее просто взяли и сделали. Пока что новых тачек нету, все пока по-прежнему. Все пока так, все пока вот так вот, как-то вот так вот. Можно, в принципе, эту трассу проехать, а можно, в принципе, ее и не ехать. А если деньги нужны, то есть... то поедем. Если деньги не нужны, то, соответственно, друзья, мы с вами не поедем. Да, конкретно сказал конкретно, да. Это уже какая правильная, это уже седьмая серия Need for Speed Underground 2. Need for Speed Underground 2. Ты куда поехал? Подожди-ка. Куда я поехал? Куда я поехал? Я поехал на зелененькую, да? Ну, походу, да, ну пофигу, поехал на зелененькую, в принципе. Она наверху. Она, бля, наверху спокойно. Ладно, спокойно, аккуратно, все. Начинаем играть, в чем проблема-то? В чем проблема? Проблема вообще никак не может быть. Мы маленечко испытали с вами проблемы в прошлой серии, когда на дрифте нам не удалось, друзья, с вами побеждать. А почему, скажу я, знаем, что это такое, спринт, что ли? Ну, поехали на спринт. Поехали на спринт. Кто-то меня в зале бьет, не понял сейчас. Кто меня там в зале? Что-то меня только что, по-моему, бил, не показалось. Или мне показалось. Наверное, мне все-таки показалось, соответственно, да. В общем, наша Nissan CX 240CX, да, превратился в какую-то конфетку, в какую-то просто малышку такую, которая просто, ну, блядь, такие, как бы, знаете, друзья, ну, это, я не знаю, это высший уровень самых всех... женщины, потому что машина как девочка, поэтому, соответственно, мы ее приукрасили так, что она просто у нас блондиночка, беленькая, вот такая красивая, вот такая вот, да. Можно, в принципе, были задние фары, мы еще мы по апгрейду посмотреть, какие можно еще поставить, вариантов было много, но мы решили пока такие поставить, что-то как-то напоминает Trackmania, если что-то, кто не смотрел, посмотри обязательно. Так, что-то желтое здесь рядом и есть, в принципе, желтое здесь, в принципе, и присутствуется. Мы представили, друзья, в прошлой серии с вами открыли еще аксессуары, наборы, шины поставили, тормоза, маленькую трансмиссию, турбонаддув вкачали. В общем, все, нифига себе, ты смотри какая. Смотри, какая сейчас была красивая тут у нас, да. Поехали на нейтрон, погнали красиво. Спринт это красиво, спринт это хорошо, это просто замечательно, просто да. Наш Nissan 240CX просто замечательно действует. Замечательно действует, да, даже маленько не узнать, мне кажется, этот самый... Вау! Вау, аккуратно, вау, как гоняю, вау, так гоняю, вау, как гоняю. Как гоняю, так умею, знаю, понимаю. Вау, тихо, машина, не глупи, не глупи, пожалуйста. Нужны ништячки, друзья, ништячки нужны, по мощности еще больше вкладывать в тачку, любовь, гармонию, эту самую красоту в тачку, мощь, скорость, да. Как говорится, больше скорости, чем сильнее скорость, чем нет. Чем больше скорость, чем сильнее дрочишь. Ну как-то так, неправильно. Неправильно сказал, спокойно, блядь. Спокойно, сказал я тебе, спокойный, ты тоже спокойно сейчас тоже, естественно, смотришь. Смотришь тоже спокойно, восьмую, седьмую, какая сегодня серия? Седьмая сегодня серия, да? Сегодня седьмая серия, друзья, уже мы почти бьем рекорд Дэдпула, который, друзья, бил рекорды все подряд, друзья, на нем рекорд хранится. 7 серий кряду записывали только Дэдпула Красного Психопада, вот сейчас нет... Underground 2 NFS подъехал к нам. И вот уже седьмая серия кряду записываю, фиксирую. Фиксирую я просто знатно, просто понимаю, просто да. До сих пор не могу прыгнуть к своей атмосфере. А запись идет. А, вау, аккуратно. Быстрый срез. А запись идет, а вроде бы идет запись. Естественно, она фиксируется туда, туда, сюда, сюда. Чтобы все было не утеряно, чтобы все было, естественно, записано красиво, да. В общем, как-то вот так вот мы с вами играем в Underground 2. Вспоминаем всю эту ностальгию, которая у нас присутствует по этой игре. Она ведь у нас присутствует, эта самая ностальгия. Естественно, а как же без этого? Эта игра, ты просто запустил ее. Rider of the Stones, оседлавший шторм. Напиваешь эту самую песню, и все, и ты сразу же в ностальгии купаешься, плаваешь. Вспоминаешь лучшее время, когда оно было. Сейчас совсем у нас не лучшее время. 23-й год, друзья, очень серьезный год. Так, я побольше, что ли, поехал? Ну, дурачок, что ли, я? Вот дурачок, они, у них интеллект присутствует. У них присутствует интеллект, они аккуратно срезают. Они срезают! Выжимай скорость! Выжимай скорость! Выжимай скорость! Они не смогут, они дурачки, не джаброни, дилетанты. Где они там, блядь? Где они там? Дилетанты, любители джаброни. Hi, my friend. Спасибо.
Простила. Я это... Надо было на срез идти, а я что-то поехал куда-то. Наоборот, не на срез. Зачем это? Для чего это? Непонятно. В общем, больше скорость, сильнее кончаешь, это я уже сказал, да, про это, соответственно. Нам нужна большая скорость для машины, потому что, соответственно, мы не покупаем новые тачки, мы все еще на этой тачке своей первой едем, которую нам предложили, мы ее взяли, был выбор, мы, естественно, с вами Nissan CX взяли, соответственно, да. Потому что 240 CX, он хорош, он просто замечательный, он просто, да. Пока мы с ним все тащим, пока мы просто все с ним тащим, и даже, я бы сказал, даже лучше, чем просто тащим. Мы с ним просто идеально все приезжаем. Пока особо проблем нет, естественно, на дрифтах маленько мы испытываем проблемы. Но такие маленькие, не особо такие прям большие проблемы, но испытываем, да, естественно, тачке нужно еще больше мощности, больше скорости, больше всего. Надеюсь, мы, естественно, с вами как можно больше всего этого откроем. А, кстати, спонсорская гонка. Кстати, гонка спонсорская, мне кажется, эта гонка важная. Я не знаю, мы проезжаем почти все. Мы проезжаем почти все, мы, как бы, нам не важно. Мы спокойно гоняем по нашему... Wesley Snipe, спокойно. Куда меня? Куда прессуешь меня? Дилетант-любитель Джаброни, ты чё, думаешь, меня хочешь взять этим? Ага, маневром хотел меня таким заманить, да? Хотел мой зад, да, вот этот лес. Хотел мой зад, ты смотри какой, а? Ты смотри, какой нахальный паренёк. Хотел мой зад. Ну ты смотри, блядь, я от тебя сейчас уеду красиво, от тебя уеду. Я просто вообще... Приноровился. Приспособился уже к этой игре, уже просто гоняя как настоящий профессионал своего дела. Понятное дело, в андеграунде только так надо, в андеграунде по-другому никак нельзя, только именно вот так. По-другому просто мы с вами не умеем, да. Будем придерживаться с вами словам, словам будем придерживаться каким? Каким словам будем придерживаться? Вместо чего там? Вместо крови ртуть, соответственно. Вместо крови течет ртуть! Вместо головы, точнее, вместо мозгов бензин. Бензин вместо мозгов. У нас вместо мозгов бензин течет. Да, вот так вот, друзья, коробка передач нас, естественно, не подводит. Нас она не подводит, коробка передач. Мы спокойненько на раз, два, три трансмиссию включили. Раз, два, три, скорость тоже подрубили. Потому что, друзья, если я буду сейчас вот так вот гонять, как я гонял в прошлой серии на драге, то это, вау, нифига себе, что-то забыла маневренность. Маневренность какая-то странная была, как он отбился от стены. Вау, уйди. Уйди, Джаброй, так спокойно. Нитро включаем, там, как чуваки. Как там, чуваки, так спокойно, чуваки. Чуваки, завязывайте, чуваки. Radio, shut your know you're rolling, shut your mouth, Джаброни. Какого? Напрямок? Напрямик меня не может просто обогнать. Ну просто я не знаю. Я не знаю, что они хотят. Что они, бля, хотят, но что-то они, походу, хотят. Это неплохо, нам, в принципе, рейтинг или это деньги были 1000? Я сейчас провожу. А, это были деньги. Это были деньги, 1000 целых, да, в кармане. Еще плюс 1000. Хорошо. Профлига, в принципе, нас профлига интересует. Понятное дело, это очень важно. Это сюжетная, кстати говоря, на линии. Это, кстати говоря, сюжетная линия. Мы где? Нам проще всего на дрифтинг сгонять. Мы поедем сейчас на сюжетную линию, понятное дело. Как же без сюжетной линии? Сюжетная линия самая важная в этой игре, Underground 2. Но мы, в принципе, никуда не торопимся. Как бы, как-никак, эта игра явно будет больше, чем Most Wanted. Это явно игра будет больше, чем Carbon. Это явно игра будет больше, чем даже Need for Speed 2015 года, которая подразумевается под словом, как Need for Speed Underground 3. Но это не Need for Speed Underground 3, понятное дело. 2015 год, Need for Speed перезапуск, та самая игра, которая у меня стартовала 18 июля, но пока что нет больше серий. Пока что нет больше серий, а мы болтаем или едем там, потом появится циферка 1, а пока что там только нулевая пилотная серия, друзья. Даже не первая серия, а нулевая. Вот так вот, да, бывает. Вот так вот бывает только в Need for Speed'ах. Именно вот так вот бывает, соответственно. Так, сейчас посмотрим по дрифтам. По дрифтам, кстати говоря, у нас были проблемы в прошлой серии. Кстати говоря, они были, эти самые проблемы в прошлой серии, если что. Но, может быть, сейчас мы попробуем довольно неплохо. Сегодня езжу, мне кажется, спокойно вообще справляюсь. Тем более, я машину маленько при... еще больше я добавил мощности, скорости всего этого самого потенциала, потому что машина раньше была без тормозов, без турбонаддува, а сейчас она имеет все, что она, естественно, имеет, да, соответственно, да. Ну давай, подрифтуем с тобой. Главное сейчас нам это, блин, скорость набирать, потому что без скорости здесь нечего делать. Без скорости здесь как бы до свидания. Ты пидорас. Взял у меня, убрал 2000. Взял у меня, просто убрал 2000.
Так, Смит пока блистательно играет. Ага. А коробочку брать, друзья. Коробочку надо брать. Опа, 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 как дрифтую. Опа, дрифтую. О, как дрифтую. О, как жму на рычаг. О, как жму. Как давлю. Опа, 1000 забрали. 1000 забрали. Ладно. Хорош. Вообще хорош. 50 000. Как он так сделал, блядь? Вопрос к Джеймсу. Как он так сделал? 50 000. Я согласен, я мало набираю, друзья. Я не набираю по 5, по 6 тысяч, а набираю по 1000 всего. Восемь тысяч сняли, ну серьезно. Вот такие, друзья, дрифты. Походу, машина не для дрифтов у нас. Слишком как-то сложно. Не должно так быть. Не должно так быть. Так быть не должно. Тут уже делать нечего, друзья. Тут уже делать нечего. Нужно заново начинать. Может, это бесполезно. Нужно как-то бочком держать волну. Как-то бочком держать. Как-то красиво на рычаг нажимать. И давить на газ. По-другому тут просто не бывает. По-другому тут никак не сделать. Блин, ну серьезно? Чё, охуел, что ли? Такое. Здесь надо, блин, набирать больше. Потому что по 3000 это очень мало. По 1000 это вообще никуда не годится. Меня сейчас просто в разы уберут. Уже, в принципе, на 4000 уходит. Тихо-тихо, это была фишечка. Это была фишечка, главное набрать. Главное набрать, главное не потерять очки. 8000, чтобы не списывали с нас. Пока что я еду, пока что третий. Там недолго. Там не так страшно. Там не так, блядь, страшно, спокойно. 35, 25, сколько у нас? Сколько у нас, не вижу. Коробочку надо делать, коробочку! Вот он шанс, вот он шанс для дрифта! Для дрифта! Для дрифта! Для дрифта! 8000! Пока идем впритык! Пока нормально, прибавлять надо! Иначе не выиграем гонку, 59, друзья, у него! Как же он так делает-то? Так вот. Вот так вот. Тихо. Ну, первый, нормально. 65 у него, охренеть, он пока на 5 идет. Вот небольшой чепачок. Блин, 72 тысячи, серьезно? Ну, друзья, это такое себе, я не знаю. Это прям надо прям поднапрячься, пока мы не можем пройти эту гонку. Интересно, интересный поворот. Может быть, нам не хватает машины новой. Может, нам новую машину надо сменить. Так, можно сгонять на особое место, понятное дело. Можно сгонять вот сюда вот. Самое ближайшее, давайте посмотрим, что там за особое место.
Ну что, пока по дрифтам у нас реально не получается. По дрифтам пока у нас не будет. Может быть, надо закись азота там нету. Там же нету закиси азота, точно. При нитро. При нитро нельзя использовать при заносах. Показалось, может, я не делаю как-то... Да я, по-моему, сейчас лучше занос сделал, чем там. Надо, в принципе... Да можно, конечно, там, если честно, зафигачить. Можно, в принципе, если попробовать прям жестко наличить эту трассу, то мы сможем ее сделать. Просто как бы начать... Зачем нам это, пока ни к чему нам проходить это все? Погнали, у нас шанс есть зафоткаться. Давайте попробуем это сделать. Давайте попробуем это реализовать, задачу. Потом уже, друзья, попробуем подрифтовать. Может быть, и не будем пока дрифтовать сегодня. Кто его знает, зачем ли это нам надо. Какой shift? Стандартный правый shift, не левый shift. Я на стрелочке играю, поэтому извините. Никаких левых шифтов здесь. Хорош. Да попробуем, друзья, что нам это даст, гонка. Это, походу, какая-то фотосессия. Вау, очередная фотосессия какая-то основа, да, понятная была. Это что за мужик какой-то ездит здесь. Буду тоже у него своя фотосессия. Твоя фотосессия, но я преуспеваю на свою фотосессию. Вау, красиво. Вообще шикардосно. Шикардосно. Ну, за вот эти все моменты, которые сейчас мы видим с вами, друзья, вот эти вот мини-моменты, вот эти вот замедления, друзья, это все будет в пройденном пути. Все будет в пройденном пути, который, соответственно, друзья, появится в 11 серии, как обычно. Все должно быть так, оно так и будет. Так, ну-ка, фото из куда-то не показываешь, трёчка. Ай-я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 й. Ну, блин, ну, такая себе девочка, наверное, да? Может, кому-то нравится, может, кому-то нет. Ну, в принципе... Ай. Вот это как будто это нормально, как будто. Вот это да. Вот это да, блин, сохраняю я эту обложку. Пригодится. Так, ладно. У нас тут сзади, ладно, это ладно, это за... Так, это что у нас? Драг рейсинг. Это драг рейсинг, да он сложный. Он, кстати, сложный, это драг рейсинг. Или это не драг рейсинг, по-моему, это Street X. Что-то, короче, сейчас посмотрим. Сейчас еще, друзья, сфотаемся. У нас там много предложений, звезд всяких. По сюжету сейчас еще поедем. У нас время сколько? У нас уже, в принципе, 20 минут почти. И уже 20 минут. Так это у нас что получается за Street X? Ну, давайте прогоним Street X и пойдем по сценарию уже. Окей. Бочно, ты слышишь? Слышь! Парни! Я вообще, конечно, такого не ожидал. Я такого вообще не ожидал. Так как так можно вообще? Это как так вообще можно прессовать? Так, не делайте больше. Так, бля, больше не делайте. Надо больше, друзья, придать тачке характеристики вот этого всего потенциала опасного, чтобы тачка была... мощна и прекрасна собой, потому что, естественно, пока что в данной ситуации, в данной структуре нам не хватает каких-то определенных комбинаций, каких-то определенных, естественно, характеристик. Это как компьютер собрать, соответственно, да? То есть ты собираешь компьютер, например, игровой, да, то есть собрать игровой ПК. Что для игрового ПК требуется? Для игрового ПК требуется, соответственно, что? Да, что требуется? Самое главное, это видеокарта, хотя бы минимальная для игр, чтобы Full HD тянуло все игры. Также здесь, друзья, чтобы в машине, что было основное, это самое главное. Что вообще в машине самое основное? Блин, я, конечно, не мастер изучения машин и их, соответственно, всего понять. Мне кажется, самое главное в машине, друзья, это, ну что, двигатель, наверное, что? Коробка передач, что ли, или турбонаддув. Без этого машины могут ездить. В смысле, без турбонагнетателя всякого. Это, друзья, для гоночного, естественно, для гоночной версии всего, да. Пока, друзья, я болтаю здесь, да, соответственно, я уже этих чувачков догоняю. Но они пока, в принципе, нормально держатся. Особенно тот первый, который, соответственно, друзья, взял в себя уже потенциал взять эту гонку. Он уже понимает, что я, наверное, все-таки выиграю, чем будет там какой-то болтун там сзади меня ездить на своем Nissan 240CX. Такое, наверное, себе, да. Но нет, я все-таки прессингую этого чувачка. Он такой, знаете, в принципе, такой нарывистый. Кажется, что он, в принципе, особо мне и не сдастся мне в гонке. Но я пока могу его взять. Я могу его взять! Могу и возьму сейчас его! Возьму Nissan Skyline! Уйди с пути! Ушел с пути! На обгон его! Такой.
Ну такое, да, ладно. Ладно, второй раз будет лучше, естественно. В разы будет просто лучше. В общем, собрать, друзья, нужно хорошую тачку нам для хорошего потенциала, для хорошего, естественно, набора. Тачку нужно хорошую преобразить, нужно еще больше ей, больше мощности, больше ей вкладывать, потому что, друзья, пока что ей не хватает, пока не вытягивает. Ей нужно больше, естественно, всего, всей стабильности, всей подачи топлива с оптимальным выхлопом. Все вот это вот, да, должно быть присутствовать. Это как и в компьютере, друзья. То есть должна быть видеокарта какая-нибудь хорошая, должен быть процессор хороший, да, хотя бы какой-нибудь там какой тебе нравится, естественно, Intel там или AMD. У меня, например, AMD стоит. Ryzen, соответственно, да, вот такой вот пятый, хотелось бы девятый. Но я тоже, думаю, скоро приобрету себе Ryzen 9, может быть, даже и побольше, смотря, друзья, какие поставщики нам все что дадут. Сейчас, друзья, в наше время, соответственно, все это сложно приобретать, и все это сложно, да, по ценам, конечно, просто я вообще, как бы, да, если что, туда. Это, конечно, гонщикам хорошо, они приобретают все эти детали на свою машину, потому что, друзья, они зарабатывают такие деньги, что это, извините, можно хоть каждый день машину новую менять. Я тебе на круг обошел, дилетант, Жаброни, выиграл шат, я новый урон, шат, шамал, Жаброни, ты как бы, до свидания. На второй круг, друзья, понимаете, друзья? На два круга его почти обошел. Он просто дилетант. Он просто такой, я, блин, как этот, Спайдермен, точнее, как Супермен. Да, как Супермен, настоящий Супермен. Настоящий Супермен. Кларк Кент. Я уже, он пока бежит, я уже на два круга его оббежал, да? Да. Вот так вот со мной играть на второй раз. Я как бы это, извините, если первый раз проиграл в гонке, я, естественно, ее проеду так, что я даже объеду ее так, что они даже охренеют. Они мой дым будут глотать. Они будут глотать мой дым, который сейчас под ними, естественно, есть. Хорош. Хорош, я сказал да. Очень даже, я бы сказал, хорошенечко, да. Так, у нас получается, друзья, в принципе, как вариант, можно сгонять вот сюда, вот это особо, это профлига. Как раз профлига, друзья, это и есть сценарий, это и есть официальные матчи. Так, еще особое место у нас есть тут. Вот еще, кстати говоря, полно всего. Полно всего, бери, что хочешь, бери, что хочешь. Можно еще на дрифт попробовать, друзья, все-таки этот дрифт пройти наконец-то. А вот еще один дрифт есть. Давайте погнали на дрифт. А по сцене туда уже поедем в следующей, наверное, серии, понятное дело, потому что в это уже, наверное, не станем, да, проходить мы с вами новые серии. В смысле, новые... Да, новый сюжет. Мы не поедем на новый сюжет. Так, что тут есть зеленое что-то? И где вообще? О, кстати говоря, новое место. Открыл я новое место, кстати говоря. Не так я просто так сюда приехал. Смотрите, тут аж два новых места. Прям вообще хорошо. Чтобы посмотреть реальные гонки на реальных тачках. Поэтому будь добр, выглядеть как гонщик, а не... Как гонщик я выгляжу, нормально все. Там, в принципе, ничего такого нового нету, да? Там, по-моему, все такое же. А вот это вот что за запчасти? Нам бы не вот эти спойлеры, вот все боковые, спойлеры. Зеркала. Все это можно найти в магазине кузовных деталей. Так, машинке фары. Тоже нужен крутой перекид. Эти фары можно сменить. Такие поставить. Больше рейтинга дадим мы. Все-таки поставим эти, мне кажется, эти круче. Так, спокойно, глушители. Мне ничего не дают. Они, по-моему, это все меняли уже, да? Опа. Больше рейтинга. Больше рейтинга. Больше классно все. Так, ну-ка, спокойно. Такой, наверное, да. Хер его знает, друзья. Я в этом не понимаю никак. Он просто уже рейтинг, я как бы до свидания уже. Просто вообще хороший рейтинг. Просто отлично. Еще больше подняли себе рейтинг. Можем мы, в принципе, сами поставить колеса. Ну, допустим. О, рейтинг упал, кстати. Ох, нихера себе рейтинг. Ну,
Dance with Boogie, so never mind how we got here. Нормально? Преобразили еще тачку побольше, сделали ей, друзья, всего этого, да. Позвонили даже? Трассу будут снимать для кинопроб. Кажется, к продолжению Four on the Floor. Хочешь стать звездой? Приди к финишу первым. Режиссер Underground Speed Zone приехал, чтобы снять эпизод о гонках. А точнее, о победителях гонок. Хочешь роль? Жми на газ. Хочу себе роль голливудскую какую-нибудь. Так что-то прям всего так много. У нас есть профлига. Мы сейчас отправимся. У нас уже давно она есть, в принципе. Так, мы где? Мы здесь вот. Я хотел на дрифт. Давайте, наверное, сюда погнали. Давайте все-таки дрифт мы пройдем сегодня как-никак. Мы должны это сделать, мне кажется, что... Что нам мешает, в принципе, это сделать? Дрифт мы пройдем и на этом будем заканчивать. Потом пойдем уже по сценарию, естественно, в следующей серии. Мне кажется, если проходить все гонки, вот эти вот, абсолютно все здесь гонки проходить, то, мне кажется, затянется прохождение прям надолго. Но мы никуда не торопимся, мы, в принципе, 30 серий этой игры вполне можем себе оформить, 30 серий. Рекорд будет в моем прохождении, потому что 30 серий еще никогда не было нигде, ни на трансляциях, как и на трансляциях, так и на видео еще не было нигде, поэтому, соответственно, эта рекордная игра станет по всем критериям, друзья. Может, еще по просмотрам станет рекордной, может, еще по лайкам станет рекордной, ты не забудь лайк поставить, понятное дело, как же без этого. Что мне тебя напоминает, что ли, брат? Ну ты же сам, наверное, все понимаешь. Ты же сам, наверное, вдруг мы понимаешься. Мы же с тобой на одной волне, наверное, или нет? Наверное, у нас все-таки на одной с тобой волне. Мы же, как говорится, без посторонних, без лишних, без всего. Только ты, друг мой, подруга моя, и я, соответственно, твой лучший исполнитель канала Александр Смит. Спокойно, погнали, друзья. Давайте, друзья, сможем, мы должны. Полная концентрация. Бочком. Держим ручник красиво. Вот так вот надо делать красиво, но только чтобы не убирали с меня очки, а чтобы, соответственно, их брали. $17,000 уже у него. Откуда он так столько набрал-то? $24,000, я просто вообще до свидания. Я просто не понимаю, как они столько набирают, если честно. Короче, это без шансов, да? И будем, друзья, реально тратить время, но не получилось первый раз. Давайте, чтобы нам выложиться, нам нужно, друзья, с вами... Уже в первом круге. На первом круге уже нужно превосходить противника всех, чтобы они были все позади. Потому что если первый круг уже проиграл, то как бы дальше я не знаю. Я, конечно, может повести, естественно, я могу там набрать 20,000 где-нибудь, но я не знаю. Опа, это хорошо сейчас было, вот это прям нормалек. Сейчас было, вытягиваем. Уйди отсюда, это моя гонка. Это моя гонка, спасибо, что мне помогаешь в дрифте. Спасибо, мой новый, соответственно, помощник здесь. Я не смотрю, надо не смотреть на счет, потому что если ты смотришь на счет, то тебя он отвлекает. Тебя отвлекает счет, нужно просто дергать ручник. Сильно давить на газ и тихо играть в игру. Как-то сейчас все спокойно, аккуратно. 32-32, пока просто в стык идем, с Робом идем в стык, нормально, 2000. 5000, сколько еще ты сможешь так сделать? Вот так вот, например, уйди отсюда. Надеюсь, у него убрали очки. Надеюсь, у него очки сняли за дисквалификацию. Такую, да, нарушение правил, соответственно. Вот так вот, нормалек. Вот так вот пойдет. Вот так вот еще. Хорошо, у меня 51, да? Или нет, не у меня. Это у Роба, блядь, это у Роба 51. Кирпачок, красиво. Вот хороший занос, вот он шанс. Вот он шанс выжать максимум. Выжимаем максимум. 12,000. 12 моих. Держим позицию. Держим дистанцию. 3,000. Уйди отсюда, собака. Ушел отсюда, собака. Так, спокойно, дрифтинг.
дрифтуем, красиво танцуем, красиво 70-70, это нифига себе. Это прям нужно десятку набирать, иначе все, держим ручник, держим ручник, держим ручник, еще держим ручник, это мало. Это хотим еще, до свидания, не трогай меня. Нормально, сейчас не смотрим, что-то происходит, я не вижу, я знаю, бочком, держим ручник, давим на газ, делаем момент, спокойно, нормально, тащим, Смит должен быть первый, 98, нет! Ну я так не играю в такие игры, 90 надо брать, 90! Ручник, давим на газ! Победа, видели, в конце сделал! Вы сами все знаете, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте это видео, и до встречи, друзья, на следующих видео и трансляциях, и на этой игре, как NFS Underground 2, всем пока!